В Усть-Майском районе прошел второй форум молодых педагогов, посвященный Году молодежи в Республике Саха-Якутия. С молодыми учителями своим опытом поделились старшие товарищи по профессии. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Каждый год в ряды педагогов нашего района вливаются новые силы, молодые специалисты. В этом году во втором форуме приняли участие учителя и воспитатели со стажем педагогической работы от 1 до 5 лет. В первой половине дня молодые учителя по предметным циклам провели открытые уроки и мастер-классы учителей, призеров и участников профессиональных конкурсов «Молодой педагог» и «Учитель года». В рамках форума проходили такие мероприятия, как в первую очередь конкурс, муниципальный конкурс «Молодой педагог 2017». В нем принимали участие не только учителя, но и воспитатели, педагоги дошкольных образовательных учреждений. Также в рамках форума прошел аукцион знаний. Он прошел очень интересно, зажигательно. Целью форума является оказание методической помощи молодым учителям, создание условий для профессионального роста, творческого общения и обмена опытом. Я уверена, что молодые педагоги, вот именно друг от друга, взяв их опыта, поделившись своим опытом, вернувшись в образовательные учреждения свои, соответственно, будут применять данный опыт, ну, скажем, уже в своей работе. На форуме педагоги и руководители образовательных учреждений поделились опытом привлечения молодых кадров в сельские школы, рассказали о профессиональном росте начинающих учителей и способах повышения их компетентности и успешности. Как и в прошлом году, форум прошел на высоком уровне. Елена Моисеева, Тимур Канаев, Джулус Лыткин, НВК Саха, Усть-Майский Улус.